заслушав выступление участников коллеги, заключение прокурора, изучив тщательно еще раз все материалы дела, надзорная коллегия Верховного суда пришла к мнению, что вина Аязбекова и других привлеченных по данному уголовному делу лиц в совершении ряда вымогательств, повлекшие смерть потерпевшего Габдуллина, который не выдержал всех этих испытаний, постоянных вымогательств, избиений, унижений, привела к страшному смертельному исходу одного из молодых людей. Действия их квалифицированы правильно, в соответствии с действующим уголовным законодательством. В ходе расследования, судебного рассмотрения, нарушение уголовного процесса не допущено, поэтому надзорная коллегия постановила: судебные акты в отношении Аязбекова и указанных других лиц, привлеченных по этому делу, оставить без изменения, протест генерального прокурора без удовлетворения. Мы убеждены, что преступление было совершено, и участники понесли заслуженное наказание.